который генерал. На свой они вообще сдали. Какая разница? Нам приказывают, мы выполняем. Без вопросов. Да на той неделе мы уже все перенаследовали. Они там стадион хотят отвечать, что ли? Успокойся, брат, не говори так. Так, внимание, начинаем подъем. Как думаешь, что там во дворце произошло? Над горами дым виднее. В случае чего нас бы вызвали. А что там, насраться и всю ночь только помимо. Что-то происходит. Прошу тебя помолчать. Все, ни слова. Стой, заклинило. И теперь что? Вот дерьмовая работа. Брат, прошу. Никакой я тебе не брат. Как же все достал? Тащим и тащим все это дерьмо. Мы просто надрываем. Помогите! База атакована неизвестным противником. Есть пред... Теперь конец! Thank you.
Кто стреляет? Укрытие! Тут чужой! Укройся где-нибудь! Пошли! Год Мэдди 6. Лара абсолютно права. Здесь... Закончите подготовки это к погрузке. Не хочет. Отойдите. Я все сделаю. Есть норма. Эй, вы!
Наверное, я должна благодарить. Мне нужно наверх.
должен быть технический люк. Мне нужно наверх. Thank you.
Наконец я удивил тебя. Давай уберем это. Черт! Прости, прости. Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Что ты делаешь? Ты нас убьешь! Похоже, я остаюсь, Лара. Бери инструмент. Без тебя не уйду. Не часто очкарики становятся героями. Старые записи. В результате долгосрочных раскопок наконец получены новые данные о погодных циклах. Древние руины на старой базе, управляемые бурей. Я должна понять.
Пошли туда, они уже мертвы. Подумали. Алекс. Он остался на корабле. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Рейс. Так держись от меня подальше. Давайте поедим, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть сытым. Кормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Чтобы... Поклонение.
Что они тут делают? Чем занимаются?